республиканским новостям. Касым Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ербулата Досаева. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 4 месяца 2021 года, перспективах развития мировой экономики на фоне третьей волны пандемии коронавируса, а также о росте инфляции и инфляционных ожиданиях в мире. Президент был проинформирован о годовой инфляции в Казахстане в апреле текущего года и ускорении ее непродовольственной части на фоне восстановления спроса.